Морское чудо, а по мнению специалистов, эта самка пожаловалась в Найсале накануне вечером, чем вызвала переполох в местных пабликах. Жители рыбацкого поселка удивлены такой гостьей. Что могло привести морского обитателя в самое сердце Ямальского района, пока не могут сказать даже представители службы по охране биоресурсов. Может, за рыбой пришла, может, климат, теплый климат, вода открытая долго была. Сейчас следов обстановка-то непонятная, поэтому не можем точно сказать вам, поэтому... Предположений много пока. Предположений много. Сейчас ребята тоже будут работать, обследовать территорию, откуда она, возможно, пришла, осмотрят территорию, все. А потом там уже будем делать выводы. Уже к обеду гостю перевезли в районный центр. Легко сказать. Перевезли, разместили. Сама ситуация была как в произведении Корнея Чуковского. Ох, нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. Она сейчас опять будет выворачиваться. Она будет выворачиваться, наверное. Так-то прям так и хочется вот ее вот так вот раз. В числе встречающих красавицу-моржиху ветеринар Гульнара Рогалева. Специалист впервые за время работы вот так на расстоянии вытянутой руки наблюдает такое морское животное. Визуально самка после неспокойной ночи и перенесенной дороги в санях выглядит уставшей, но что радует, не истощена, вполне в удовлетворительном состоянии. Забирали в поселке Сюнайсале, состояние было удовлетворительное, жители местные все помогли, усадили ее в короб этот деревянный, накормили, напоили. Она ела в основном рыбу. С желанием принимала? Очень, да? Большим желанием даже принимала. Покидать сани красавица не хочет, привыкла к таким условиям за время дороги. Но и оставить здесь ее нельзя. Специалистам приходится применить силу и все-таки переместить гостью во временное укрытие. Смотреть на нее. Ушла? Обратно зовут. Еще сидит там. Все сообщено в Салехар, департамент природно-ресурсного регулирования. Там сейчас принимаются решения по, как мне сказали, возможно, по транспортировке на места обитания. Это район Харасавы. Перед отъездом мы еще раз заглянули во временное укрытие морской красавицы. Выбрала удобное место в пространстве и легла отдыхать. Дальнейшая судьба необычной гости в руках специалистов. Татьяна Журавлева, Егор Коньков, информационное агентство ЭТВ.